Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Начнем с магазинчика, зайдем с тобой и посмотрим. Так, здесь будет, ребята, один бустер. К сожалению, шляпы нам не выпадет. Так, две карты. 1200 монет, огненный шар и ярость. А бустер? Это и был бустер, да? Так, ну что, друзья мои, 22 и 3. Давай глянем, что у нас тут. Ё-моё, камнепад и огонь. А из динозавриков-то все очень паршивенько, друзья мои. Только лишь плевунец, так скажем, у нас здесь есть, но... Что-то мне подсказывает, что на него... Ой-ой-ой-ой, там еще этот... Ну, началось, началось. Эти еще полетели, паразиты. Нифига себе. А я не знал, что, ребят, он может, оказывается, сбивать снаряды. Это для меня нонсенс. Вот это, конечно, не очень удобно. Не очень хорошо, ребят. А если я огонь применю? Шикарно. Так, наверное, тут все-таки, ребят, придется нам брать. Ага. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Прекрасно. Блин, если бы этот удар еще хотя бы оглушал, был бы вообще, ребята, замечательно. Но ведь нет. Он ведь не оглушает. Понимаешь, в чем дело? Твою налево, еще эти идут, а? Еще идут чуваки, которые... прикрываются этой таким драным, рваным лодкой, короче. И хоть бы одна попала бы вон в того. Ни одна, ребят, не попала. Ну... Ну, понятно, что сейчас они тут будут отдубашивать. Ой, не так я хотел, чтобы закончилось все это. Ну и что там у нас? Там у нас три пирата. Хорошо. А, два даже. Два. Нет, три все-таки было. Так, это у нас кто идет? С костылями бегут. Давай попробуем поджарить их. И камнепад. Блин, опять меня сейчас укокошат. Молодцы, красавчики. Все-таки мы их побили. Блин, тут еще идет. Давай стегушку позовем. Так, стегушка пришел. Но теперь только плевунец, друзья мои, нам нужен будет. Позовем плевунца. Но этот же не просто так нам дан здесь, друзья. Блин, вот чего боялся, то, ребята, и сейчас и будет. А-а-а, так, там еще и лодка. Там еще и лодка. Да ну что ты, блин, ну. Блин, надо как-то этого бомбашить. О, друзья мои, там целый арсенал утырков пришел. А плевуна-то нет. А, нет, вон плевун. Плевун, друзья мои, на месте. Он очень даже неплохо бомбит по ним. Очень даже неплохо. Сейчас я тут попробую с этим разобраться. Так, плевунцы. В атаку.
Так, интересно, я еще на одного успею накопить? Да, блин, ну что ты будешь делать? Опять эти засранцы идут. И, друзья мои, тут немножко похуже. О, там еще и дирижабль. Да, боюсь сейчас. Ну и нафига я тогда вызвал этого, если ой-ой-ой-ой-ой. Да он даже не попадает по нему. А-а-а, чертов пират, а. Они очень быстро ушатывают, ребят. Ну посмотри, ну что это? Минимум урона с одного удара. Да они даже этого пирата, даже огонь не трогает его, не задевает, понимаешь? Как я им тут должен, блин, бомбить их? Вот и посмотри, что происходит. Да, я так. Стегу просто моментально запинали, ребят. Сам видишь, что происходит. Долбаные пираты, а? Да, ребят, ну это, блин, половина удара просто пролетает мимо. Фигня это все. Это полная параша. Фига их там накопилось, блин. Целая орда, блин. И мне никак их не разнести. Вот проблема-то в чем была, ребят. Блин, да. А тут что у нас? Блин, да по-моему это тоже уровень у нас. Из-за вот этого хламона мы не можем... Тут, потому что, по-моему, будет... Блин, если не ошибаюсь. Тут будет этот... Как называется? Динозавр и плюс... Бомжиха, по-моему. По-моему, так. Да блин, что я мучаюсь-то? Этих вон разбомбить. А, там с пушкой еще. Слушай, интересно, а если они, например, подойдут? Конечно, им лучше не давать этого делать. Плевунов накопите и будет тебе счастье. Молодцы, разбомбашили.
Пойдем-ка мы, наверное, сбегаем быстренько вот за этой штукой. Ну, типа, она меня прикрывает. Как бы. Как бы сделать так, что она, типа, меня прикрывает. Попробую побольше этих взять. Дилофозавров. Ну, эти там плюют нормально так на отмашку, ребят, беру. Смотри. Тиш-тиш-тиш. Так. Блин, вот, ребята, огромный пират идет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не досмотрел, ребята. Не досмотрел я этот момент. Ах, сейчас там быстро их разнесу, друзья мои, к сожалению. Это 100% теперь я тебе гарантирую. Просто сейчас их там расколбасят всех, потому что там этот пират злобный. Огромный, который... Слушай, ну если бы я не погиб бы сейчас бы, вот 100%, ребят, на 3 звездочки могли бы взять. Это вот прям вот, вот прям гарантированно. Это прям, друзья мои, было бы гарантия, бы я так сказал бы тебе. Давайте, ребятушки, ну давайте, ну! Ну! Трындец, ребят, чуть-чуть не хватило нам, блин, ну... Причем этот еле бежит, блин. Не, надо попробовать, ребят, на 3 звезды. Есть, ребята, возможность его, этот уровень пройти на 3 звездочки. Если бы я тогда там не погиб бы и... Дилофозавр бы у меня бы не погибли, мы бы их запинали бы. Ну, чувствую просто, ребята, нутром, что мы бы их запинали бы. Так как я погиб, я не смог прикрывать, естественно, ребята, не смог ничего использовать, и вот. А так бы на 3 звезды мы прошли бы. Все-таки мне, наверное, ребята, надо попытаться пройти этот этапчик на 3 звездочки. Так, 2000 монет, итого у нас 9600. За 9600 я могу себе что-нибудь... Ну, снайпи постольку-поскольку нам сейчас не нужны. Тут все по 12 тысяч, друзья мои. Так, ладно. Ладно, давай еще раз попробуем. В принципе, это реально, ребят. Возьму ледышку, возьму вот так, наверное. Если бы мои плевунцы бы... Ох, хорошо бы там заплевали бы их. Было бы вообще четенько все бы. Было бы все прям вообще круто. Прямо, блин, замечательно было бы. Так, допустим. Сейчас мы вот эту штуку с тобой забомбим. Больше надо... Что, завалил он меня там, что ли? Я не пойму, я по ней удар наношу вообще. Все. Дилофозавров побольше вызывать. Ну, естественно, ребята, вот под прикрытием. Конечно же, их надо держать под прикрытием.
под прикрытием, например, стега. И плюс ко всему прочему, здесь бы не помешал бы нам. Да хотя ты знаешь, просто стегу. Стегу, 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 еще раз стегу. Так, стоим, 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 стоим. Прекрасно. Прекрасно. Так, это опять пираты идут. А-а-а, вот здесь вот. Вот оно, друзья мои. Вот этот паршивый момент истины. Как тебе это сказать-то? Блин, а этого пирата так не шваркнули мы. Ай-яй-яй. Да там еще что ли один идет? Ну не такой, конечно. Ну, бомбани ты, вот. Слушай, заколебали уже, а? Пошли быстрее, пошли быстрее, 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 быстрее. Блин, издевательство, просто издевательство какое-то, ребят. Вот, ребятушки, портал. Да просто ты опять звезда, ребята, уменьшается. Ну, ё-моё, блин. Нет, опять не прошел. Я опять не справился, ребята. Бредятина какая-то. Ну, просто бредятина, ребят. Блин, специально же высывал дофигища дилфозавров. Думал, что мы с ними сможем все-таки их, ну, удержать. Нет, ребята, не смогли мы их удержать, блин. Все равно пробились там они. И что тогда? Что я тогда могу предложить? Этот уровень попробовать пройти. Да этот вообще, ребята, по-моему, нам... Это где большой, самый крупный пират идет? Нет? Нет, не этот. Ну, что-то типа того. Замечательно. Сразу же начинает с валуна. Ой, с валуна. С летуна. Да еще и не с одного. Молодцы. Погнали. Так, ну здесь, друзья мои, однозначно надо будет вызывать вот этих ребят. Вот эти вот козлы просто бесят.
Да вы заколебали там такой штурм, блин, устраивать, ну. Пипец, ребята. Ну, я не знаю тут. Просто забрасывают всяким дерьмом тебя, блин, и все. Вон там уже подбили моего этого Стегу, блин. Всех, короче, разнесли. Кого можно и нельзя, блин. Просто достали, а. Неописуемо достали. Офигеть, блин. Посмотри. Да, против этих пушкарей только. Ну, естественно. Мои же динозавры тупые, ребята. Будут стоять там до последнего, блин, ждать, пока морду разнесут. Они даже не двинутся никуда. Стратегия вся, ребята, из-под этого вышла, из-под контроля. Просто в хлам пошла. Вся моя стратегия, ребята. Идиоты эти в бочке сидят там, твари. Бесявые. Говнари, блин. Самый говнарь, это вот эта с пушкой, ребята. Выбешивает просто. Так, это еще, по-моему, здесь еще будет пиратиха, по-моему, если не ошибаюсь, ребят, бомжиха. Или ну, кто-то будет серьезный здесь, это я точно помню, ребят. Вот она. Вспомни, как говорится, говно. Вот и оно, ребят. Да. Естественно, друзья мои, со своими долбанными пиратами. И еще там пушка подошла. Да, даже и не попал, блин. Нет, не хватает все равно силы дилфозавров. Этой силы не хватает, чтобы их пробить, ребят. Просто одного пирата за другим выкидывает и все. Конечно же, отдупился. Нет. Нет, эту пиратику можно. Я не знаю, правда, как ее, ребята, очень быстро и эффективно завалить, чтобы она не бомбила своими этими снарядами. Ну, я не знаю, что для этого надо сделать. Ну, что-то должно быть. Какой-то вариант должен быть, ребята. Уже все, звездочка пошла на отниматься. И динозавров, как ты видишь, вообще дали, ну, ни о чем, ребят.
Неужели, блин, бомжи? Так а что, мне это уже, ребята, не поможет. Уже, как говорится, поздно. Уже поздненько будет все это. Если бы эта бомжиха бы не бросала бы свои вот эти вот бочки с пиратами. Мы их накапливаем очень много, ребят. Соответственно, там пройти уже, ну, пока ты их разбомбишь, пираты. Ладно бы там пираты были бы на один удар. Там пираты жесткие, просто жесткие. Понимаешь? Если бы вот такие были бы на один удар, то тут даже бы говно вопрос бы, ребята, был бы. Я бы просто пробежал бы, да и все. А тут вот такие вот, вот таких вот выплевывают, с которыми приходится, ребят, просто возиться, который не на один удар, извини меня. И эта бомжиха плюс каждый раз бомбашит. То есть каждый раз она делает замах, а каждый раз выкидывает по одному этому пирату, блин. Сколько она там делает замахов может? 5-6, 5-6 пиратов, это считай, блин, вот таких вот. Особенно если с пушками еще вызовет. Вообще, трешняк полнейший. То есть нам не хватает мощей, именно мощей, ребята. Именно мощей нам не хватает. Блин, да, сложные этапы. Сложные этапы, но... Тут у нас все пройдено. Блин, все-таки... Нет, ну там заморозка нужна. Подожди, а я что, вообще здесь ни на одну звезду не прошел? Блин, и не поменять, понимаешь, в чем дело? Ускоренная стрельба на 20% в течение 180. Ой, в течение 8 часов. Ускоренная стрельба. Чем стрельба? Снарядами или чего? Непонятно, как-то написали. Подожди, я этот этап, получается, вообще не проходил даже. А, ну правильно, ребят, все, понял. Они же меня тут колбасили. Понимаешь, выпускаешь плювиков. Блин, полетел, дебила кусок. Понимаешь, выпускаешь плювика. Просто посмотри, какой ордой. Да. Бомбарби и Киргуду. Шутка, блин. Да какая же тут шутка. Да, друзья мои? Какие тут могут быть шутки, блин? Вот специально отходил, думал, как-то бомбанет по-другому. Нет, по-другому не бомбит. Еще и летуны. Еще и не одни. Ну, этот удар, конечно... Ой-ой-ой-ой-ой. Доигрался, хрен на скрипке. Не, ну плювик так нормально зажигает, друзья мои. Только половина снарядов просто пролетает в никуда. Там армада такая вышла, блин. Ду-ду-ду-ду-ду, без остановки.
Квазимода завалили, а все-таки. Попробуем два плювика. Ну, было у нас, по-моему, два плювика. Нам бы хотя бы вообще пройти этот этап. Плювик, кстати, нормально там жжет. Ты посмотри, сколько он урона наносит. Но ведь не в плювике одном. Не в плювике в одном сыт человек. Смотри, что и ползет. Так, хорошо, хорошо. Давай вот этих вот аглоедов. А вот, друзья мои, тот самый, блин, долбанный пират. И он еще и не один там. Давай, 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 я вызываю. Да вызывался, блин. Да вызывался, твою налево. Ну как в тот раз, друзья мои? Ну прям вот от копия в копию, блин, идет. Соответственно, плювиков моих разбомбили. Я слышал их предсмертный крик. Вот опять же, ребят, опять же мы с вами тратим дофига времени. То есть, если я понимаю... Они с этим пиратом 3 часа тут будут волозиться, да? Ну... Давай, 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 ребятушки, давайте. Плиз, на 3 звезды. Ну где там плювики-то мои? О да, ребятушки, о да. 3 звездочки в кармане у нас. Фух. Мы все-таки это сделали. Мы все-таки, друзья мои, получили с вами 3 сундука. Так. Отлично. Прекрасно. Ну что, друзья мои, идем. Вот так вот. Идем на следующий этап. У нас энергия, надеюсь, еще есть. Фух, мне же горло... О, да, ребята, тут будет сундучок. Оу. Нам открывает... Следующую, друзья мои, локацию. Следующую локацию. Но мы пока... Кстати, тут новый дракон будет. Ой, динозавр. Ну что, друзья мои, давайте смотреть. Ой, как паршивенько-то. Нет, ну вот эти вот ребята хороши. Но паршивенькие удары у нас с тобой. То есть огненный хороший, вот ледяной. И вот этот камень, ну, такое себе. Поверь мне. Вот меня интересует вопрос. Если ты сбиваешь, блин, бомжа этого, ну почему ты его, почему он не получает урон? Разбивался бы хотя бы, блин, я не знаю. Давай, выходи. Сейчас этот головой. На! Мне нравится. Вот этот мне нравится, ребят, дракош, на самом деле. Очень мощный, очень хороший.
чувствуется в нем потенциал. То, что он с разбега бежит. Блин, пират. Да, не того ты пирата немножко бомбанул, конечно. Ай, бесявый вот это вот. Вот это бесявый, ребята. Это тварь, я бы так сказал бы. Тварь среди пиратов. Понимаешь? Очень живучая гадюка. Его нельзя, ребят, подпускать, понимаешь? Давай, добили, молодцы, красавчики. Так, двигаемся дальше. Ну, я чувствую, подозреваю, что этот пират не единственный, который у нас тут встретился нам. Как бы тут бомжихи не было бы. Или какой-нибудь катапульты. Ну, что-нибудь будет. Вот, вот я тебе об этом говорю. Видишь, опять пират, ребят. Мамонт. Опять ты не в того ударил. Да ты-то отвали, блин, засыха. Да не в этого надо бомбить, ребят. Ну, вот надо в здорового. Что там за звук такой сейчас был? Здорово, наказали, наказали. Сейчас должно быть немножечко, ребят. Блин, вот эти вот обдолбыши задолбали. Да кого ты вызываешь? Рэй, нафиг ты вызываешь ты вот этого дурачка, блин? Он нам не нужен здесь вообще сейчас. Просто замес, ребят, просто замес. Отлично. Так, дальше, я думаю, они тут... А, тут уже портал. О, ребят, мы не успеваем. Мы чуть-чуть не успеваем. Твою налево, а. Ну ты посмотри, блин, на этот дебилизм. Мы чуть-чуть не успели. Ну совсем микродоску, блин. Но все равно я тебе скажу, пройти на 3 звезды реально. Этот этап пройти реально. Да, мамонт, хилка, все как полагается. Ну, не получилось пока на 3 звездочки пройти. Если мы этого еще с тобой паренька качнем, ох, я думаю, будет вообще круто. А мы его качнем, ребята. Пэтчи будет прокачан у нас. Так, мы еще с тобой получим сейчас в награду что-то. Что, я пока не знаю, сейчас посмотрим. А, у нас еще и здесь сундук. Ну-ка. 800 монет, лишними не будут, ребята. 3 самоцвета, мамонт 2, Хэнк 2. О, да, друзья мои, Хэнк на прокачку, это круто. И еще и здесь сундук. Ну-ка посмотрим, редкий. 1600, хорошо, ребят, 7 самоцветов. Снэппи пятерочка, Тирекс двоечка, Рэмбо в бочке пятерочка. Угу. Так, следующая, ребят, награда будет 1000 монет. Ну, 1000 монет, это ни о чем.
17 тысяч, друзья мои. Диносы. Пэтчи. Конечно, друзья мои, конечно, прокачиваем пэтчи. Ну, вы сами видели, он тем более 4 минуты, ну, 5 минут будет прокачиваться. Пэтчи очень хорошие, я думаю, многие со мной согласятся. А вот Хэнк, 7 тысяч. Блин, ребята, у нас тут с тобой возникает вопрос. Нам либо прокачивать стегу огненного, ну, также и стерекс. Стерекс, я думаю, пока вообще не стоит, ребят, трогать. А, либо, так, а у нас только стега огненный. Либо с Хэнк. Загвоздка, да? И вот у меня, ребят, загвоздка. Наверное, я так все-таки сделаю, ребят. Я думаю, что вы меня поймете и, наверное, со мной согласитесь. Хэнк хорош, да, не спорю, но валун мало где встречается. Ну, так же, в принципе, как и стега. А вот когда мы с тобой будем прокачивать самого персонажа, я не знаю, друзья мои. Это какой-то конфуз получается. Ну что, друзья мои, идем на 22,5. Ох, нифига тут дали. А вот здесь бы как раз бы Хэнгу нам пригодился. Друзья, здесь дали каких-то топовых динозавров. Плюс очень много топовых ударов. Ну, не считая ледяного. Ледяной я не считаю, ребят, за топовый. Во-первых, сама заморозка длится очень мало. Не, конечно, если прокачать, может быть, оно и будет эффективно. Но не в данный момент. Ну, вот бочку, например, хорошо бомбит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Инвалид Карада идет. Вот Хэнк бы здесь, конечно, бы зашел бы, ребят. И что это было? Я не знаю, ребят, что это было. Это было не в попад называется. То есть я не попал. Как меня эти калистраты бесят. Выводят, просто вымораживают, ребята. Именно издалека бомбят. Чепушилы. Понимаешь? Гаденыши, просто гаденыши, твари. Бомжа-твари называются они. Вот этого парня мне, конечно, надо. Вот этот парень, да, это четенький мужичок. Бомбит солидно. Прям, знаешь, ну, не придраться, так скажем. Хэнк. По красоте. Давай пока стегушку позову. Блин, а вот это плохо, ребят. Вот это, черт подери, плохо. Да ты серьезно, ты еще сюда летунов, блин, посылаешь. Фигня получается, ребят. Блин, а теперь уже сдаваться некуда, ребят. Бомжиха, успокойся, блин. Выкинуть успела, что ли? Успела. Фух. Нормально, ребят, нормально. Фью, успел я, короче, своего этого защитить. Моего вот этого красавчика. Блин, тут бы, конечно, был мамонта, но видишь. Видишь, мамонт. Ладно, я позову мамонта все-таки, ребят. Мамонт без хила, ребят, еще раз говорю, это полная фигня. Мамонт без хила — это... ерунда.
Давай, давай, родные мои, пробивай. Нет, не надо звезду отнимать, блин. Твою налево, ребят. Минус звезда у меня, понимаешь? Минусуют. Да чё вы так под конец их много, блин, начинаете. Достали там. Ну давай хотя бы на две звезды, ну не на одну же, блин. Да пробейте вот эти баррикады, блин, есть. В общем, друзья мои, вердикт такой, что этот этап можно тоже пройти на три звезды, но я слишком долго мешкался с бомжихой. Наверное, так скажем. Она здесь была камнем преткновения у меня в этом этапе. Ага. Так, ну ладно. А следующий уровень у нас за спасение, друзья мои, динозавров идет. Ту-ту-ту-ту. Ну что же, давай посмотрим. Твою налево, ребята. С таким арсеналом. Да я даже не знаю, ребят. Так, не знаю, что надо сделать. Он с удара про... Так. Прекрасно, я что сделал, что хотел, то я и сделал. Так, плювики, давайте, помогайте мне, я его пока здесь заморожу. Идеально. И баррикаду тоже в хлам, да, снесли? Так, подожди, я, по-моему, там яблоко пропустил. Так, стоп. Это чтобы было им неповадно. Ну вот бочка, блин, ну... Да мне даже ее нечем подбить, блин. Шаман. Да. Почему они так делают? Дают уровни, блин, с летающими этими. И не дают тебе, как сказать, динозавров, которые могли бы их подбивать. Ну, ну, это несправедливо же, друзья мои. Так, ладно, плювики, жмурики. Ну вон, начинается опять бочки, херочки, блин. Бочку-то мы сбили или нет? Где бочка-то? А, мы сбили, оказывается, ее. Да. Но эти уровни всегда, ребята, были сложными. Именно где спасение нового динозаврика или еще что-нибудь в этом роде. Как бы здесь удивляться, по большому счету, особо нечему. Это всегда так было у нас. Ну, замерз, все.
Что ты там бросаешь своей фиговиной этой? Я до этого никак не могу дойти. А нужен ли он нам, да? Да вы серьезно, блин, ну. О! Ну все, началось, короче, ребят. Там еще и пушка эта бомбит, блин, не по-детски. Ну вот че вот он, идиот, блин, пляшет. Ну нафиг мне твой вот этот пугание-то нужно, блин, ну. Пипец. Очень, очень намного его хватило. Дебилизм. Да эта бомжиха достала уже, блин, одну за другим выплескивает, блин. Сколько можно-то, блин? Там еще эта пушкариха, блин. Так и без конца будет, блин, выпускать мне, блин, этих. Да ну нафиг. 3 звезды. Какие тут 3 звезды, ребят? Какие тут нахрен 3 звезды, блин? Дали говняный арсенал, блин. Бомби им как хочешь называется. Угу. Дали бы Хэнк бы еще там, я не знаю, там, ну, огненный заряд бы, блин. Ну не вот это уже говно, блин. Пипец. Ну, брат, ты достал, а? Нам надо просто бомжиху уничтожить, чтобы продвинуться, ребят, хоть немножко вперед, блин. Они сейчас так дойдут быстрее до моего яйца вот этого, блин, начнут его бомбить. Вон, если уже Плювик здесь стоит, значит, они уже рядом. А что, бомжиху бомбанули, что ли? Да, конечно, бомбанули. Бомжиха живее всех живых, ёпрст, ребят. Да ну нафиг, я не успеваю ничего сделать. Она набросала здесь вот этих вот пиратов своих дебильных, блин. Плюс этот пушкарь сзади стоит, блин, понимаешь? Я не могу их здесь задавить, продавить. Просто я не могу их продавить. Это пушкариха тут. Я не знаю, ребят. Хрень собачья. Вот из-за этой все твари, блин. Бросать свои, блин, этих дебилов ненормальных и все, я не могу пройти. Ладно, давай попробуем другой уровень. Какой там у нас? Здесь мы, по-моему, да, с тобой пытались. Но видишь, тут дело в том, что мы с тобой применяли заморозку тогда. Мы замораживали, когда их очень много шло. Здесь сейчас без заморозки я не знаю, как будет. Как ты тут сейчас без заморозки будешь? Без понятия, ребят. То есть, да, она сейчас по мне будет бомбить. Ну и куда ты пошла?
Ты отпускал? Пошла она. Что у нас? Хил? Огонь. Хил, огонь. Я только не могу понять. Они там с кем-то дерутся сзади? Приходится, ребята, прыгать здесь. Да в плане, ты вот это вот. Ага. Подбили. Опять идут, а? Вот он. Главный, так скажем, злодей, блин. Не успел, как и в тот раз, ребят. Прям один в один. Ну, сейчас их, естественно, там расстреляют. Само собой. Давай, дилофазаврики мои родные, давай. Так, побежали. Вот у нас портал. Ну, на три звезды хочу, ребят, пройти. Есть! Да, друзья мои. Три звездочки. То есть получим сейчас с вами сундук. Два сундука получим. За прохождение этого этапа и за прохождение всех этапов. Мне же в горле пересохло. Фу. Так, прекрасно. 600 монет. Отлично, ребят. И сундук за прохождение этого этапа. То есть 18 из 18 мы прошли с тобой. Зарабатываем награду. Ага. Че тут не делаешь? Давай сюда сундук. Островной сундук. О, 6150, 10 самоцветов, ребята. Рэмбо в огне, десятка. Целитель пара, двоечка. Выстрел молнии, пятерочка. Редкий шлем. О, редкий шлем, ребята, второго уровня. Благодать. Этот пака, он хороший. Мы знаем прекрасно, ребята. Мы все прекрасно знаем, кто такой Пака. Ну что, надо качать молнию, наверное, да, ребята? Или что, или как, блин, быть-то, а? Или как нам быть? Куда я полез-то? Кстати, сейчас через 6 минут, ребята, будет... Начнется новый день. И обновятся у нас эти награды. Пака. Давай, давай. Слушай, ну я считаю неплохо, ребят. 76 к атаке и 30... Ну, тут у него хп и так мало, ребята, как бы, ну, особо оно его не выручает.
Ну вот Катаки 76, то есть он с разбега бабах, сам знаешь, что будет делать. А вот тут я не знаю, либо молнию, ребята, либо Хэнка. Хэнк или молнию. Наверное, все-таки я Хэнка, ребят, качнул. Да простят меня невежи. И ну, пока все. А, у нас уже, ребят, еще одна энергия откатилась. А, что у нас с этим? Блин, он еще до сих пор на прокачке. Еще 39 минут будет, ребят, прокачиваться. 39 минут. Блин, как бы мне этот этап-то пройти, а? Слушай, а мы можем с тобой вот на сюда пойти сразу. Давай глянем здесь. Просто глянем, ребятушки. Я понимаю, что там надо проходить, но я просто хочу посмотреть. Куча аглоедов. Подожди, а почему он у нас уже есть? Мы же его не спасли, друзья. А он у нас уже... Причем он огненный, ребят. Мне кажется, что это... Интересно, а как он действительно выглядит? Ну-ка. А, он... Подожди, он пыхтит огнем, что ли, мне кажется? Он пыхтит огнем. Ну нафига он так близко подходит? Слушай, ну я бы не сказал, что он прям мощный такой. Но, ребят, не забывайте, что он не прокачанный. Это надо тоже учитывать. Что он идет как бы без прокачки. Будем знать, что он огненный. Бьет очень неплохо электричеством. Но, мне кажется, все равно вот этот парень круче. Хотя... Просто он бежит, как дурачок ненормальный, вперед. Паровоза. Вот зачем он вот так вот... Не, у мелких этих, конечно, на раз сжигает, базара нет. Такой пыхтун, да? Ну, что-то как-то так прикольно было, он так жарил. Естественно, если еще сзади него хила поставить, ну, цены бы ему не было бы. Вот он бежит вперед. Ой, бомжик, ребята. Не, все-таки это покруче будет, ребят, да? Как все-таки не крути, тут покруче, ребят. Вот этот, которого я еще раз вызываю сейчас. Ай! Нельзя вот этого делать.
Прекрасно. Так. Ну, на 3 звезды, конечно, не получится пройти, ребята. Вы видите, уже звезду одну отобрали. Но, тем не менее, мы этот этап прошли. Мы с тобой перепрыгнули просто 2 уровня и прошли. Ага. Так, и сколько там? 1000? 1000 монет там должны выделить. Так, давай. 60 тысяч монет. Ну, 1000 монет — это вообще ни о чем, ребят. Так, у нас сундук, уже новый день начался. Ребята, один шлем на кого-то выпадет. А вот на кого? Так, колючка, огненный стега, шар огненный и редкий шлем 3 уровня, ребята, на Паку. На Паку. То есть Пака у нас чуть ли скоро не имбище будет. Прекрасно, ребята. Ох, он будет наяривать. Слушай, а энергию не откатили, ребята. К сожалению, они. Да? Ну, в общем, ребятушки, игра сегодня была... Первая часть ее была не очень хорошо. Мы проигрывали, потом собрались силами, продвинулись. Нам надо будет все равно этого спасать. Потом здесь пройти. Потом подкачаться. Там еще уровни. В общем, нам с головой еще, ребят, хватает тут возни. Ну, а на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.